Друзья, важная инфа. Я тут посмотрел, что кто-то смотрит на мой канал, не подписавшись. Ребят, вы чё наделали? А ну-ка быстро спустились и нажали на кнопку подписаться. И тогда будет все хорошо. Ну а теперь, let's go! Сигарета горит, но в следующем кадре не горит. Курение в детском мультфильме. Дома до и после. Капля упала только на сигарету. Почему рыбы прозрачные? Сигарета есть, сигареты нету. Знак кирпича слегка нарисовали неправильно. Волк настолько крут, что он смог закинуть этого осо до антенны. Этот кот прыгает по воздуху. Антенна еще и крепкая, так как волк может лазить по этой антенне, то есть по веревке. Нахрена резать эту веревку? Он не мог подумать, что там кто-то лезет. Господи, какие люди тупые! Минус волк обеспечен. Если приблизить камень, то можно увидеть слова, но в следующем кадре какие-то квадраты. Как всегда, мы до ночи стояли. Кирпич был треугольным, потом стал прямоугольным. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А вот здесь наделили этот забор, чтобы было понятно, что с ним что-то будет. Ну, заяц, погоди. Герои лежали где угодно, но в следующем кадре по шеренке. Мда, походу волку заняться нечем, то что он всех перешагивает. Впереди зайца ничего нет, но в следующем кадре появляется лодка. А сразу напасть на зайца не дало слабоумие. Это кому? А где все? Гарпун заряжен вертикально, потом горизонтально, а потом вертикально. Волк настолько крут, что ему вообще не больно, когда прилетела эта маска. Волк еще и соколиный глаз, так как он на изи попал эту веревку. А где маска? Заяц спасся в последний момент. Вот эти два доски пропали. Лодка едет не хуже машины.
Водка умеет поворачивать. Все умеет задом ехать. Да, заяц еще и пофигист, так как его чуть не сбила водка. Заяц достал фрукты из уха. Веревка упала, но в следующем кадре не упала. Волк повис в воздухе. И опять волк медлит. Выглядит смешно, но нереалистично. Волк повис в воздухе. Минус волк обеспечен. Дубль 2. Лопнул шарик, а вспышка как будто рванула граната. На зайце ничего нет, но в следующем кадре появляется водка. Дубль 2. И опять волк опять медлит, вместо того, чтобы сразу напасть. Если человек идиот, то это надолго.